Привожу один и тот же пример. Представьте, что у вас 100-комнатная квартира, и у вас есть приблизительно 100 горничных, и есть несколько начальников, которые этих горничных, так скажем, понукают, да, и говорят им, что делать. А эти горничные, ну вот вдруг вам какой-то в один прекрасный момент захотелось, а пойдемте посмотрим в 98-й комнате. Вы заходите, а там пауки, паутина, грязь, пылище и все такое. Вы начинаете ругаться на это, говорите, что за фигня. И наказывает начальника, увольняете одного, приходит горничная, другая убирает эту комнату, и вы туда еще не заходите 10 лет. Невозможно одному жить в 100-комнатной квартире. Россия слишком большая, мы там равняемся на Европу, на Германию, но даже Америка не такая большая, как Россия. Понимаете? И как сказал Салтыков-Щедрин, разбудите меня через 100 лет, и я скажу, что будет в России. Воруют. Поэтому ничего не изменится.